Новый пассажирский автобус Минского автозавода представили белорусские производители. С характеристиками машины познакомились специалисты в ПАПАТ номер один, а также заместитель главы администрации города Максим Акульшин. Сегодня наши товарищи из Белоруссии в лице их официальных дилеров представили нам на презентацию на территории муниципального предприятия в ПАПАТ белорусский автобус. Автобус производства Минского автомобильного завода с номером 203. Это новая модель с доработками прошлой модели. Презентацию фактически по всей стране путем собственного движения этого автобуса они осуществляли. Выехал из Минска и вот прибыл к нам в Владивосток. И прям с пылу с жару смотрим его. Коллеги рассказали о возможностях и преимуществах таких автобусов, о нюансах их эксплуатации. В принципе, очень хороший, добросовестный производитель. Все мы знаем большой опыт изготовления такой автобусной техники у Минского завода. Поэтому, рассматривая в дальнейшем приобретение, безусловно, мы будем обращать внимание и на белорусского производителя. Вице-мэр также подчеркнул, что в целом обновление парка общественного транспорта – важная задача для администрации города. Этому способствуют трехлетние контракты с компаниями-перевозчиками, которые и заключены в этом году. Предприятия получили возможность использовать лизинговые инструменты для закупки нового транспорта. Всего в этом году коммерческие перевозчики приобрели и выпустили на маршруты более 60 новых автобусов.